Всем привет! Сегодня буду рассказывать, как приготовить очень вкусный сэндвич. Сэндвич де чураско. У нас называется чураско. Это мясо. Такое мясо специфическое. Это вот такое. Видите, порезанное такое мясо. Вот это чураско. Вот сейчас сделаем такой сэндвич, который будет называться, что Макдональдс тихо плачет где-то там в сторонке. Значит, можете делать на сковородке. У меня, я буду делать на вот такой вот, так сказать, планче, потому что у меня тут как бы так, я привык к этой. И плюс у меня нет столько сковородок. Так что будем делать. Для этого, для начала, я ее уже разогреваю на двух конфорках. Возьму немножечко подсолнечным маслом, смажу. О. Слышно, да, что она уже там разогревается, чтобы не так приставало. И начнем. Значит, не буду рассказывать, какие продукты нужны наперед, все увидим во время приготовления. Так как это сэндвич, нам надо хлеб. Хлеб вот такой. На здоровый сэндвич, здоровый хлеб. Как говорят, в здоровом теле здоровый аппетит. И разрезаем ее пополам. Вот я уже разрезал. Берем кусочки мяса наши и ложим их вот так. Раз. На хорошо-хорошо разогретые. Это говядина, потому что сильно ужаривать я ее не буду. Тут же беру две половинки хлеба, к примеру, больше мне не влазит. Потому буду делать по очереди. И тоже начинаю их делать. На оставшееся место сковородку разогреваю. Немножко подсолнечного масла. Сейчас увидите, какая прелесть у нас будет получаться. Это можно делать с курицей тоже, с печуги, к примеру. Но у нас так, как бы традиционально в Аргентине, в Буэнос-Айресе, то, что продается, вот, называется сэндвич де чураско, это делается из говяжьего мяса, из говядины. Вот такое чураско буду делать я сейчас. Видите, оно начинает немножко сжиматься. Так что ничего другого пока здесь не делаем, кроме как хорошенечко обрабатываем одну сторону. Периодически посмотрим, как оно там здесь. Оно тонкое, потому долго его делать с этой стороны не нужно. Раз, все. Переворачиваю. Видите, как быстро? Раз, переворачиваю. Идем дальше. Мясо перевернули, и на каждое мяско ложим сразу же вот так. Раз. Это у нас хамон. Вот один кусочек, на другой кусочек. Накрываем. Тут же эти кусочки накрываем сразу же сыром. Порезанным. Они так не будут сохнуть. И вторая часть уже будет готовиться. Вот. С этим мы закончили. Смотрим на хлеб, чтобы его не перепалить. Пока нормальный. За это время сможем уже делать вторые кусочки хлеба положить. Вот. Не хочу его перепалить. Так что готовим. И ложим. И еще хлеб, которым будем накрывать. Идет здесь сковородка разогрелась. Вот. Будет детям на обед. Два яйца. Mm-hmm.
Как вам аргентинский сэндвич? Вырисовывается? Делается очень быстро. Зато тут все продукты видно, из чего готовишь, а не то, что вам продают в Макдональдсах. И есть что кушать. Как только яйца будут готовы, уже будет готово весь мой сэндвич. Так, практически все готово. Значит, все выключаем. Это быстрее сэндвич. Что делаем дальше? Хлебчики, которые у нас уже готовые. Ложим майонез на низ. Отлично. Делаем это разделим немножко. Потому что... Так. Значит, достаем. Первый пошел. Вот надо так, чтобы я мог показать. Вот. Первый. Угу. Сейчас рядышком положим и второй. У нас такое даже на набережной продают, в таких точках торговых переездных, как говорят. Зато это сэндвич. Сейчас будем так поставим, как чтобы видно было. Вот. Второй, да? Теперь вот так. Оп. Один. Оп. Второй. Сейчас перейдем в другое место, и я покажу, как дальше. Так, заканчивать приготовление нашего сэндвича будем здесь. До этого все, думаю, было понятно. Дальше. Будем дальше радовать наших деток. Берем салата, листочек на один. Берем салата, листочек на другой. Берем помидоры. Укладываем сверху. Вот так вот. Порезанные на такие сэндвичи. Кто хочет, перчит, кто хочет, солит. Ну, в основном сюда больше подходит соль, но бывает, люди любят и приперчить. Значит, посолим помидоры, посолим хорошо наши сэндвичи. Так. Берем вторую, которая тоже уже, крышка наша, уже хорошенечко, так сказать, зарумянилась. Сделались такие гренки. Тоже делаем сюда немножко майонеза. И накрываем. Теперь, соответственно, мы видим, что у нас получилось. Смотрите. Сейчас попробую один достать, чтобы было видно, как он выглядит вообще. Ох, как сыр отделяется, видите? Ну вот, приятного аппетита. Посмотрите, радуйте деток такими сэндвичами. Давайте им в школу на обед. Наслаждайтесь, готовьте, повторяйте мои рецепты. Всем пока, приятных выходных.